Снегурка. Как? Сказывает. Конфет дай. У нас нету конфет, а пишет. Вот. Кого вызвать? Я вас сейчас заколдую, если будете выгонять. Деда Мороза позвать. Отличная идея. Замечательно. Дедушку Мороза, ведьмочка, давно бы пора, чтобы он тебя проучил. Стоп. А давайте как-нибудь без Деда Мороза обойдемся. Ну как же мы без Дедушки Мороза? Никак не обойтись. Ну потому что Снегурочка, я ему в прошлом году немножко задолжала. И как-то совсем не хочется в этом году. Ну, давайте так. Вы скажете, что я хорошая? А я вам помогу сама Деда Мороза позвать. А ты обещаешься исправиться? Конечно. Ребята, мы поверим ведьмочке. Пожалуйста! Нет? Пожалуйста! В честь праздника давайте уже поверим ведьмочке. Пожалуйста! Хорошо, пожалуйста. Давайте сделаем так. Пускай Дедушка Мороз придет, и тогда мы решим, да? А сейчас давайте все вместе его позовем. Громко-громко. Сможете? Да. Точно? Ну, давайте. Тогда начинаем. Дед Мороз! Дед Мороз! Иду! Здравствуйте, здравствуйте, хорошие мои! Здравствуйте, ребятишки! Здравствуй, гном-сказочник! Здравствуй, Снегурочка! Здравствуй, Снеговичок! А это кто? Ведьмочка! Здравствуй, дорогая! Вот уж кого не ожидал здесь увидеть-то, а? А я так мимоходом... Да как же в этой сказке-то оказалась, а, солнышко? Я хороший персонаж теперь, я в каждой сказке сейчас. Хорошо себя вела, не шалила она, Снегурочка? Ну, немножко пошалила, но мы решили ее простить, дедушка. А это-то кто рядом с нами, а, Снегурочка? Знакомь меня с артистами, да?